Нет, просто потом посмотрим. Может, что упустим. Так, даже центральная сцепка стоит, да? Но она удлиненная от этого. От Саракана. От Саракана, да. Крюк от Саракана. Угу. Высоко задрали что-то. Ага. Пониже телегу теперь. Ага. Кабину ему еще в колхозе, наверное, да? Обрезали-то. Ну, это, как тебе сказать, конструктор. Собрали из запчастей, да? Да, в 90-х годах. А сцепление уже сами лазили, да? Ну да, менял я диск, менял, лапки менял. Ага. А потом он у меня год простоял, я его запускаю. Стартер уже. Ага. Стартер уже тоже недавно ставили, да? Ну да, в том году. Нет, позапрошлом году. Там старый стоял, блядь. Ну да. Распределитель тоже надо лазить, да? Да не, он в принципе работает. Распределитель. А трубка? Я там тоже перебирал его, но как-то он. Одна трубка что-то нету, смотрю. Какой? Он оборван, что ли? Ну она заглушена, там он стоял выносной. Угу. Вот хозяйский, но этот не продает он. Редуктора, этот стартер такой же. Генератор уже такой. Тележ этот. Отвал сделанный. Ну так, для общей картины. Пучковый уже Т-40 стоит. Кабинка. Трубки, не пойму, 4 уходит. Просто сюда, наверное, подходит. Навеска тоже почему-то всех задрана. Задрана, я имею в виду, что здесь поднявшая. У меня стоит вообще там на оси сзади крышка. Вома, еще родная. Целенький. Все по родной, единственное, педаль блокировки такая. И вом не вижу. Ручник, а вома нету. Но он его тоже 80-ку не продает, да? Лесник, да, с дисками-то. Они, видать, совсем безвыходное положение были, что... Чтоб так издеваться-то над дисками. Дверь переклепана. Ладно, не буду открывать. Сцепление. А, что-то стояло. Куновский, что ли, стяжка стояла. А я хуй знает. Ага. Крышка уже нового, то есть после 91-го. Коробка, которая стоит. А по навеске.
Глушак тоже что-то пытались сделать. Ну, видать, загнули в лесу, меняли по навеске. Задница. А, даже трубка есть. Вот эта, которая с выводом. Там шланги. Круто. Да, диски, конечно, совсем. Ну, резина еще более-менее. Ладно, эти диски тоже переварены. Совсем что-то у них было безвыходно. В Кировском районе по лесам. Ну, понятно. В самый пик, когда была лесозаготовка, да? Понятно. Вот так. А этот, 25-ка. Тот диск тоже заварили, что ли? Ну, заварили. Ага. Ага. Это обломилось мне. Они уже потом шли новые на болтах. Да у нас есть 25-ка. Вот. У нас есть это. Две. Одна в запчастях валяется. А вторая такая вот нормальная. Бортовые нормальные у него. Этот, конечно, цилиндр там перебирал два раза, но... Это ерунда, это самое простое. Что здесь может быть? Вон, смотрю, нету тяги. Есть? Нет, тяги, она стоит от этого, от ручника. Ага, переделали. Блокировка. А видишь, здесь рычаг сбоку как стоит? Да, ага, на коробке. Крышка коробки получается другая. У нас-то идет один центральный, а второй реверс здесь. Реверс здесь, ну он как на том. Да, да. А здесь крышка. Да, коробки маленькая другая. На Т-20. Ну, да они по-разному были. Был и с реверсом, и этот пониженная, повышенная была. Что-то я такое видел, по-моему. Ну, он трехскоростная коробка. Три скорости и плюс повышенная, пониженная. Ага. Да. Ну что, а окончательно за сколько вы его, то есть? Я уже так его за 70 выставлял, блядь. Звонят, блядь, ага. Но я уже скинул до 60. Ага. Уже некуда, да? Дешевле уже, ну что ты, это же куда? А что, этот датчик давления не подсоединен, да? Ну он там есть, но он электрический, что-то он нихера не показывает. Да, лучше, конечно, механический, но как-то вот так.